Черный Макси водки против тоже какого-то демона с гирей на ноге. Очень игроки опасаются друг друга. Не хочется ФТ1 проигрывать. Всякое может случиться. Скочит козлом горным. БМП, и вот. Вся осторожность водки пошла под откос. И пошла довольно быстро. Получает по голове мечом сверху. Очень бойко размешивает прям-таки БМП. Водка по-прежнему где-то потерял уверенность свою. Никак не восстановит. Очень много блочится, очень много шкерится по углам. Не удается ему ничего предпринять. И за это он едва не получает, но запарывает. Ой-ой-ой, как неудачно. Вообще-то довольно редко попадают эти атаки по воротам Макси. В данном случае с БМП скорее повезло, что он так долго думал перед тем, как выбросить атаку. Но что поделать. БМП держится все время далеко, почувствовав, что водка склонена разбрасываться атаками. Очень аккуратно играет БМП. Мог наказать водка и получше, но, к сожалению... Ой, к сожалению, полез зачем-то. Хороший выбор встречки, но почему-то там не повезло ему. В принципе, дамага было нормально. Водке надо быть, надо что-то делать, надо перестать так бояться. Нельзя бояться, не бойся. Очень хороший вейкап через ультру. Он встал прям микростепом каким-то, наказал его. Ну, это CE, это победа Мицуруги. Конечно, шансов против БМП у